Я родился в деревне Крюки. Я там вырос, я учился в школе. Я бегал там босиком. Так вот, деревня Крюки – самое сильное загрязнение в Белоруссии. Там волосы дыбом стоят и щелкают от радиации. И вот я был там недавно, еще раз. Надо самому увидеть. Я понял, что я потерял родину навсегда, потерял, понимаете? Надо прочувствовать. Помнить, когда ты вот босиком бегал, здесь жил, и видеть совсем не то. И понимать, что ты это уже никогда не будешь. Ты навсегда это потерял. Так мы все потеряем вот так, понимаете? Я это понимаю. Не только Крюки, не только Брагинск район, на всю страну, всю планету, понимаете? Меня зовут Анатолий Юницкий. Я расскажу вам о транспортных системах будущего. Все, что вы узнаете, основано на законах физики, основе науки, описывающей движение. Создание теории транспортно-инфраструктурных комплексов, оптимальной с точки зрения этой науки и окружающего мира, я посвятил 50 лет своей жизни. Собрана мною в Республике Беларусь команда сегодня реализует этот транспорт уже в металле и композитах. В ближайшее время разработанные нами технологии обеспечат переход человечества на принципиально новый этап цивилизационного развития. В результате наша земная технологическая цивилизация получит возможность решить глобальные экологические проблемы и вызовы, жить на планете Земля комфортно и безопасно в гармонии с природой. Как я создавал оптимальный транспорт? Мои рассуждения были очень простыми. Что будет с точки зрения физики, если приеду из точки А в точку Б, например, из Беларуси в Бразилию на любом виде транспорта, по железной дороге, на корабле, в самолете, автомобиле или ракете? Как в начале, так и в конце пути я находился примерно на одной и той же высоте, над уровнем моря. Значит, в результате перемещения моя потенциальная энергия не изменилась. В обеих точках я оставался неподвижен относительно поверхности Земли. Значит, моя кинетическая энергия также не изменилась. Следовательно, если энергетическое состояние груза не изменилось, полезная транспортная работа по его перемещению будет равна нулю. И коэффициент полезного действия такого транспорта также будет равен нулю. Здесь нечего изменять и улучшать. Куда же тогда тратится вся энергия? Оказывается, что все 100% энергии в любом виде наземного транспорта уходит не на перемещение, а на борьбу с окружающей средой и на ее разрушение. Чтобы совершенствовать транспорт, нужно минимизировать именно эти затраты энергии. И для высокоскоростного транспорта со скоростями свыше 350 км в час основным фактором выступает аэродинамическое сопротивление. На борьбу с ним расходуется более 90% затрат энергии при движении. СКВ достиг больших успехов, в первую очередь, в области аэродинамики. Коэффициент аэродинамического сопротивления у нашего рельсового автомобиля, названного Юнибус, в 7 раз ниже, чем у Бугатти. Он равен 0,06. Оптимальная аэродинамическая форма Юнибуса определена на основании десятков продувок в аэродинамической трубе, начиная с 1995 года. Такие высокие показатели удалось обеспечить в том числе за счет устранения экранного эффекта, возникающего при движении по дорожному полотну. Воздух обтекает движущееся по дорожному полотну транспортное средство неравномерно сверху и снизу. При этом возникает уплотнение под днищем и турбулентно сзади. Но если поднять транспортное средство высоко над дорожным полотном, как это осуществлено в струнном транспорте, то аэродинамика улучшается сразу в 2,5 раза.
наш подвижной состав перемещается по струнным рельсам, которые не создают экранного эффекта. Фактически они натянуты по воздуху. Кроме того, земля под дорогами SkyWay сохраняется нетронутой за счет незначительного землеотвода и минимального объема земных работ. На ней и далее будут расти леса, вести сельское хозяйство, сохранится естественная гидрология почв и останутся пути миграции животных. Вопросы гармонии с природой, технически реализованной в струнном транспорте, сегодня актуальны как никогда ранее. Всех на слуху экологические проблемы. Парниковый эффект, разрушение озонового слоя и глобальное потепление, а также другие опасности, связанные с воздействием индустрии на природу, на биосферу. Современный экологический кризис – это закономерный результат накопленного человечеством опыта в процессе взаимодействия с природой. Увеличивается население планеты, растет и уровень его потребления. В современном мире за 15 лет потреблено столько природных ресурсов, сколько было использовано человечеством за все предыдущее время его существования. Мы живем долго, истощаем планету, потребляя больше, чем Земля может нам дать. Кардинальный выход из сложившейся ситуации только один. Необходимо предоставить земной техносфере экологическую нишу вне земной биосферы. Данный шаг обеспечит сохранение и развитие биосферы по законам и направлениям, сформированным в течение миллиардов лет эволюции, а также гармоничное взаимодействие общности людей, как биологических объектов, с биосферой. Такой экологической ниши для техносферы на Земле нет. Но она есть в космосе, совсем рядом, на расстоянии каких-то 100 километров выше от поверхности планеты, где для большинства технологических процессов существуют идеальные условия. Невесомость, вакуум, высокие криогенные температуры, неограниченные сырьевые, энергетические, пространственные ресурсы. Для совершения подобного качественного перехода у человечества уже сегодня имеются все необходимые ресурсы. Предлагаемое и реализуемое сегодня в рамках проекта SkyWay решение впервые было озвучено мной еще в начале 80-х годов прошлого века и получила широкую известность в СССР. ЭТС – это геокосмическая транспортная система многоразового использования для безракетного освоения ближнего космоса. АТС позволит за один рейс выводить на орбиту порядка 10 миллионов тонн грузов и 1 миллиона человек, которые будут задействованы в создании и функционировании околоземной космической индустрии. За один год АТС может выходить в космос до 100 раз. То, что способно сделать АТС за один год – современной мировой ракетно-космической отрасли, в которую уже вложены триллионы долларов, потребуется порядка миллиона лет. При этом затраты на доставку каждой тонны полезного груза на орбиту будут в десятки тысяч раз ниже, чем у современных ракетоносителей. Экологически чистая АТС реально осуществить индустриальное освоение ближнего космоса. Данный шаг откроет доступ к потенциально новым промышленным технологиям за счет использования уникальных космических возможностей, недоступных на Земле. Вынос промышленности за пределы планеты радикально улучшит наше общество до обитания, наш общий дом, биосферу планеты Земля. Технологической базой для сооружения стартовой эстакады будет являться система SkyWay, что позволит получать прибыль от проекта уже на начальных этапах его реализации за счет перевозки пассажиров и грузов по поверхности планеты. Струнные дороги станут зарабатывать деньги. Вокруг них
люди смогут строить жилье и развивать бизнес. Новый экологически чистый транспорт сделает еще более привлекательной жизнь в зоне транспортной доступности. Струнные транспортно-инфраструктурные комплексы дадут импульс к развитию ранее неосвоенных земель. Благодаря эстакадам SkyWay в самые отдаленные уголки планеты пройдут линии современных информационных коммуникаций, электричество, вода и плодородная почва. Человек и природа станут, наконец, пребывать в гармонии друг с другом. Идеи, которые изменяли мир в прошлом, всегда казались современникам фантастическими и нереальными. Но усилиями инженеров, именно инженеров, они обретали реальное воплощение. Мы не получили Землю в наследство от наших предков. Мы взяли в долг у наших потомков. Мы обязаны этот долг отработать, иначе будущего у всех нас не будет. Земная технократическая цивилизация исчезнет, как неудавшийся эксперимент Вселенной.